Fire на капитане. Spellful, Flamezor, Арс, Нилан и Санджи играют за суманов. Так, начинают ребята с довольно-таки дефолтного холда. Два под Б, два под зеленью. Бомба выдвигается под Б. Скорее всего, два игрока зелени будут закрывать пуш точки Б. На Б у нас с коннектора играет лишь один Voidex. Играет на инфу. Замечает, и что? Команда противника уже вышла и заняла сайт. Отличная работа с этого пистолета от Voidex'а. Толпа от артиста. Бомба все же ставится. И остается последний Санджи, которого снова заканчивает раунд артист. Первый раунд в копилку команды Five Balls. Команде Five Balls. Надеемся, что они не потеряют много девайсов. И заберут. Фейсет, блять, минус суши, ёбан. С каждым такое бывало, да? Так, так, план Б занимается. Ребята из Five Balls снова играют на его отдачу. В планте Б находится еще один противник, но бомба-то лежит в сотке. И, похоже, она находится под контролем команды Five Balls. Но остается Flamezor с 5 хп, инфа по нему есть. И артист, тем, кто присоединился. Так, быстро выходит Нилан. Нилан умирает на пленте А, но... Опять ребята из Five Balls играли на дачу планта Б, куда вышли уже все игроки команды Суман. И ставится бомба. Ситуация 4 в 4. Ждем ретейка команды Five Balls. Flamezor в хорошей позиции. Контролит импалу. Со спины у нас будет работать Руфайр. Хорошая хай... Нет. Хаешка отнимает всего 10 хп у Арса. Flamezor слышит спину и вертухи забирает Руфайр. Артист последний против двоих. Игроки Саймон Джи, да? Продвигаются под точку Б. Импала. Второй минус от снайпера команды. Voidex вырубает Арса с диглом. Но Санджи с Флеймом остаются вдвоем и уже дают минуса. Есть. Ой-ой-ой, уже ситуация 2 в 2. Exile красный. Руфайр работает со спины. Будут ли его контролить? Руфайр забирает. Остается последний Flamezor. И ситуация 1-1 для Exile, но... Руфайр вырубает бомбу на сотке. Есть инфа по второму игроку. Вырубает и его. Санджи работает зельни. Забирает артиста на А-сайте. И вдвоем с Арсом им придется разруливать эту ситуацию. По обоим игрокам атаки есть информация. Арс остается красный. Сейчас все зависит от Санджи, но его закрывает импала с мином. 16 хп на Арсечку. Пытались выйти на... О, Руфайр. Солофа забирает двоих. Флейм разменивает его, но есть игрока. Инфа по игроку. Блять, я вообще сегодня... О, господи, надо было выспаться. Ничего не замечаю. Voidex вырубается и с вертухи вырубает спелфула под самолетами. Отличная работа от Voidex в этом раунде. И минус 3 в его исполнении. Латы, они будут стараться занять этот плент. Посмотрим, что у них выйдет. Выход. Voidex через смоки забирает спелфула. На дальней дистанции расстреливает своих оппонентов. Работа. Voidex. Львиную долю работы делает этот игрок на Б-пленте. Опорник Б-плента. Вчера он давал отличные минуса с USPIN. А сейчас он, видите, дает минус 4 за раунд против Бая. Все, идите. Так, выход точки А. Сайт занял. Сайт заняли. SG. И остается последний бой. В ситуации в 1-4 дает. Не ожидает он своего оппонента. Блин. Voidex откидывает Хайен, но она не забивает никого. И это был фейк. Основная сила команды SG выдвигается на сайт А. 4 в 4 ситуация. Игроки Five Balls перетягиваются. Артист замечает игрока на вагоне. И
не забирает его. Есть информация еще по двоим. 4 в 3. В ретейке 5 босс. Руфайр завис, что ли? Походу, Руфайр завис. Да, Руфайр вылетает. И ситуация уже становится не столь радужной. Импала забирает Нилана. Но последний остается. Импала промахивается по нему. И нету дебюзов. Может что-то сейчас... О, ребята решают сыграть агрессивно зелень. И там только один игрок команды. Это Санджи. Если сейчас выйти на него... У него 20 кп уже остается. Ребята пропрыгивают и забирают его. Есть уже девайс один на руках у Руфайера. В это время SG передвигается... Почему показывает именно, блядь, его? SG передвигается под плент Б, который они заняли. Но ретейк с юспиками. Лишь один калаш у Exile на руках. Уже ситуация 4 в 4. Будут ли пытаться выбивать, либо отойдут и будут ждать девайсов. Ой, импала жестко работает по флеймзору. Что? Ситуация уже 3 в 1. Ребята все с девайсами. Должна быть инфа, что последний с нижнего. Да, последний с нижнего. Красный. И они забирают фулл эко. Фулл экономически уходит в копилку команды 5 Boss. И они сосредотачиваются в мэне. И это будет фаст выход на точку А. Под флешки. Замечают Exile. Вырубают его. Руфайера. Ой-ой-ой. Опасная ситуация. Но импала забирает спелфула. И ситуация 2 в 3 для команды 5 Boss. Импала работает агрессивно в своей манере. Жестким выстрелом забирает Сэнджи. И 2 в 2. Замечает еще одного оппонента. Будет ли работать по нему? Да, забирает флеймзора. Это уже третий минус для снайпера команды 5 Balls. Нилан, последний игрок. С диглом 31 хп. С плента никто не уходил. Ребята предполагают. Примерно догадываются, где находится их оппонент. Войдек все-таки читает Нилана и забирает его. Заметил ли он, что один игрок уже находится... на сайте будет. Да, импала замечает его. И ситуация не такая безоблачная для SG, ребят. Всего двое игроков этой команды остаются против уже троих. Хотел сказать четверых, но замечает импалу. Нилан делает колоссальную работу. Забирает артиста, импалу и 2 в 2. Есть инфа по Руфайеру. Но Руфайер халдится и ждет своего тиммейта. Свена. Бомба ставится и ситуация 2 в 2. Нилан занимает под старыми. Стелфл работает в сайте, ошибается с таймингами. И его забирает Аксель в спину. Примерная информация по Нилану должна была быть. Понимание. Ой-ой-ой, Руфайер, что ж ты нас так пугаешь? Пытается выйти и нащупать игроков на точке Б. SG понимает, что это фейк. И выход зелени. Ой-ой-ой. Фанат. Я люблю, когда хейтеры денег. И остается единственный импал с 10 хп против. Импала в это время отваливается. Артист уже находится в отличной позиции. Где его не прови... Артист просто переворачивает этот раунд. И 4 в 2 ситуация для команды 5 Balls. Оба игрока защиты сосредоточены на точке А. Но точка Б уже занята игроками атаки. И должна быть инфа. Последний остается Арс на зелени. Инфа по нему есть. Точка Б занята и бомба будет ставиться там. Ретейк, по-моему, невозможен. Низко. С опасной позиции. Ар забирает. А, импала разменивает. Выход все-таки готовится по точку А. Игроки выходят, но остается 20 секунд. Нужно поставить бомбу за это время. Нилан в спине. Может сейчас зарешать раунд. Бомба падает. Ситуация. Очень плохая ситуация для 5 Balls. И нету времени ставить бомбу у них. О боже. Играет агрессивно. Это фейк был. Аплента и выход уже на точку Б. Войдекс жестко контролит свой спрей и забирает флеймзора в коннекторе.
Сенджи разменит его, но тут и друг подоспел. Эксайл отлично работает. Бомба ставится. И Руфайр у нас на луркере. Заходит через коннектор. Есть инфа по последнему. Это Нилан в ситуации 1 в 2. Эксайл с 34 хп. Нужно ему отсейвиться. Занять выгодную позицию. Руфайр, спрей. И это 13-й раунд на апдаун. Забирает Войдексон, но импала по инфе разжобывает его. Ой, опасная подсадка от Нилана. Бомба не ставится. Артист опять в отличной позиции. Просто забирает. Есть инфа по последнему. По Санджи. Эксайл. Один в один. Юное дарование Питера. Почему нас показывает артиста? Эксайл ставит бомбу близко и будет работать вблизь коннектора, откуда и пойдет Санджи. Но игрок ФПЛ с отличной стрельбой. Эксайл забирает его. Все. Раунд 14. И забирает его счастливую эмочку, наверное. Импала. Фраг на зелени от этого снайпера, который сегодня не щадит никого. И Нилан с Санджи остаются вдвоем против четверых игроков атаки. Сейчас ребятам просто нужно сыграть вместе на размены и заканчивать эту импала. Опять же импала рулит своей винтовкой. Эксайл вырубает последнего Санджи на КТ. 16-8. Будет Dust 2. Ну что, противостояние 5 Balls против команды Dream Team начинается. Dream Team... Ой-ой-ой, импала поджимает... Блять, я валет нахуй. Импала поджимает нижний и делает минус. Артист тоже находит своего оппонента, и уже ребята из Dream Team втроем остаются против пятерых игроков команды Шариков. Все. ББ сын H. Что это такое? Что у него за ник, господи? Почему у него такой ник, ребят? Как мне его называть? Давайте по никам пройдемся. Будем его сына называть. Дэмэдж отлетает. Импала исполняет трехочковый бросок по нему. Аксель замечает голову тигры и тут же справляется с ней. Хороший хедшот ставит с пистолета Сыч по Акселю. И ситуация 3 в 2 для команды 5 Balls. Но... Нет, уже всех разобрали. Я считаю, что это паблик мусорная карта. Импала находит свой минус на шарте. А, это был Аксель на миду, ребят. Вот что я прозевал. Две снайперские винтовки работают. В меньшинстве команда Dream Team. Довольно-таки стандартно холдят. Войдекс ошибается с пушем шарта. И сын забирает его. Ситуация выравнивается. Сын будет работать по артисту. Да, и открывает мид для своей команды. Сайл будет справляться с выходом на точку Б. Обсервер нам не показывает. Забирает одного и простреливает второго. Красный, Сыч. Аксель забирает и его. Сплит на точку проходит. Импала прикрывает мид для своего друга Акселя. Есть инфа по последнему. Акселю нужно ждать своих друзей. И он дожидается импала. Пикает, но не попадает. Первый фраг от него по тигре. Артист помогает ему. Импала в своей агрессивной манере забирает демеджа. И будет ли он забирать еще одного выходить? Скорее всего, да. Да, он так и делает. Отличная игра от снайпера команды 5 Balls. Но раунд еще не закончился. Остался последним сын. 8 хп, МК на руках. Если он поставит артиста... Ой-ой-ой. Есть инфа, что он красный. И импала свичит свой девайс. Ну, может, завтра для Best of 3 такой игры. Может, уберут пониже. Может быть, но не сегодня. Потому что я не могу сдвинуть. Потому что худ сверху прикреплен к вебке. Если я сдвину вебку ниже, вы понимаете, что вот это вот day, top, follower, sub, это все сдвинется вместе с ним и будет посередине экрана. Вам оно надо? Нет. На радар я закрывать не буду. Но
Dream Team пока что просто халдят и готовятся к выходу на мид. Это у нас Damage с сыном. Они, наверное, не ожидают такой горячей встречи от команды FiveBots. Артист с Руфайером разбираются. И Impala принимает уже двоих оппонентов в туннеле. Похоже, это восьмой раунд для команды FiveBots. Сыч уже оставался у нас в ситуации 1 в 3, а теперь ситуация еще менее радужная для этого игрока. Готовится выход на топ миду через шорт. Impala забирает Sunrise. Еще один игрок красный. Два молика кидаются под выход. Сыч спреем с калаша забирает уже двоих. Артист подоспел и вырубает его. Первый фраг. Мне очень интересно, будет ли этот первый фраг вообще в этой катке. Но должен быть, конечно. Пала замечает противника на топ миду и забирает его. Слышит, как подгорает сын. О, какой жесткий. Какой жесткий игрок. Какой жесткий снайпер у игроков команды FiveBots. Что творит этот парень? Войдекс промахивается. И Тигра оформляет свой первый килл по Войдексу. Войдекс как бы... Сережа как бы отмена. Ты стал первым фрагом Тигры в этой игре. Три в три. Три в три. Атака не может подобрать бомбу, поскольку... там работает жесткий снайпер и Impala. И Руфайер по таймингам выходит и зашибает Тигру. Остается последний Sunrise. Не лучше ничего. Для того же дэмэджа. О, сын жесткими тапами через смок забирает артиста. Лучшего вантапера мира. Impala работает божественно со своей снайперской винтовкой. Сыч тут прыгает, прыгает, но не допрыгивает. Не допрыгивает Сыч. Что творит Impala со снайперской винтовкой? По-моему, у него тут просто вармап. Он думает, что еще вармап идет или нет? 24 на 4. Стефан, может это? Шанс-то пацанам дай хотя бы пару раундов-то взять. Impala работает с ЦЗ-шечкой. И М-ка отработанная у артиста находится. Voidex тем временем присоединяется. И дальше уже игра будет 5 в 5. По всем правилам. По всем правилам. Дэмэдж с Санрайсом без труда, в принципе, должен принимать выход на точку Б. Но Руфайер так не думает. Капитан делает уже два минуса. Забирает М-ку и будет... Будет ли тащить он этот клатч? 1-4. Кто выигрывает 14-2. Все это знают, ребятки. Они выиграли трейн. В этом Best of 3 еще пока не дошло до трейна. Прошлый трейн они выиграли, конечно, если играют эту игру. Элей, ты шо? Тут же игры на вылет. Если сейчас не трейна и карта идет... Ой, Руфайер уже в ситуации 1 в 1. Против Тигра. Тигра любит стрелять по макушкам. Включает Руфайера Чернобородова. Ой, какой-то цезашка. Фармилка, скаут. Свича оформляет хедшот по артисту с разворотом на шорте. Но Exile с Войдексом не будут сдаваться. Они будут пытаться... О, Exile с жестким прострелом через смог забирает своего оппонента. Бомба ставится за испанский ящик. Дэмэдж будет работать у нас с шорта. Exile с тремя хп забирает еще и Санрайза. Бомба ставится за ящиком. И я не знаю, почему... Аксель ушел в яму. Но, безусловно, Аксель является героем этого матча из FiveBots с этими девайсами. Impala нам уже доказывает, что работает он с пистолетом не хуже, чем его оппоненты. И забирает уже Sunrise. Выход готовится... Фейк-выход готовится через шорт. Бомба сосредоточилась в точке Б. Скорее всего, будет... Выход на Б после шорта. Кейтрап, спасибо большое за хост. Дэмэдж прострелом забирает со скаута Акселя. Войдик ставит хороший тап по сыну на Б. И бомба будет ставиться.
3 в 4. Выбивание возможно, но маловероятно. Я думаю, 5 balls уже не должны отпускать такую ситуацию и не давать выбивать Dream Team этот план Б. Тигра будет работать через туннель. Два его тиммейта будут работать с улицы. Возможно, будет врываться под флешку. Тигра что-то запутался и уперся в стенку. Похоже, у него технические проблемы. Похоже, испытывает какие-то технические проблемы Тигра. Да, и он зависает. Тигра завис. Самый ответственный момент. Пам-пам-пам. 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 И это 16-4 на первой карте.